Паша, иди сюда ко мне. Пара раз. Пара два. Пара три. Ребята, Галёрка, все сюда. Так, еще одна пара, еще пара. Подходим, подходим. Я надеюсь, что вы не устали. Вас еще два блока ждут. Два. Давайте так, кружочек, чтобы я всех видела. Так. Итого у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь пар. Восемь пар. Настя. Подходите, там что-то. Да, а, да вы множитесь почкованием буквально. Почкованием. Прости, пожалуйста. В общем, сейчас Анастасия исполнит песню на всеми любимом испанском. Нет, на итальянском языке. Ну ладно, мы не поверим испанский язык. Ну да. В общем, Настя у нас преподаватель школы Касида. Все увидели, да? Все заценили, Настя старалась. В общем, она готова каждого из вас научить испанскому языку. Это действительно очень красивый язык, как мы уже повторяли, это язык Бандераса, это язык Шакиры. Ну, сам Махай, как мальчиков тоже интересует. В общем, мы всех приглашаем позаниматься испанским языком. Я думаю, что всем это будет интересно. Тем более Настя такой преподаватель, она больше не преподаватель, а друг. Она исправит любые ваши проблемы, поставит вам речь. В общем, Настя и ее школа... Приходите к ней, да, и она сейчас исполнит песню, а условия конкурса, пока не забыла. Вот эту замечательную штучку я отдам той паре, которая понравится мне и Лёше. Расклад будет, что угодно. Да, у нас будет расклад. Я буду выбирать по мальчикам, а Лёша по девочкам. Но в итоге мы кого-нибудь выберем. В общем, Настя, тебе микрофон. Ну а вы танцуйте так, чтобы, ну, я заценить должна. Танцевать можно чего угодно. Ну все, всем удачи. Вы пока настройтесь, пока Лёша ищет музыку, он тут искал, так и не нашел. Ну и, собственно, можно начинать. Never let it go. There's one thing inside, I understand.
Вася, лучше. В общем, мы приглашаем всех еще хоть в эту отдохнуть.